пишут, Крипер, ты еще четыре худшие страны в мире, топ-5 худших стран. Стоп, это месяц назад, но я это не смотрел, ладно, окей. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo Бля, hoy. охренительное Vi que видео. tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y Это voy a. нравится, но я не понимаю. И мне жалко, что такие страны есть. И еще это антитоп. Там, где место пятое, это самая лучшая страна из худших. Мандо el plan, Лево, solo это самая худшая compensarlo se страна. hace Я mira el понял, pulso. нахер. Oh, Я yeah. повторяю Ya, свечи, ya me está gustando минусы, más de lo потому что в рамках normal. списка есть Todos только mis минусы, sentidos блядь. van pidiendo más. Погнали, Esto hay que ладно. tomarlo sin ningún apuro. Теспа. Да, у нее, ну, есть свои минусы, типа. Если Швеция, это Несса и Пакистан. Ну, я бы не сказал, но ладно. Чем сделали страну на севере, там, где холодно? Ну, по факту. Лучше жим каких-то личиках. Какой смысл Швеции? Ну, последние десятилетия она реально скатилась очень сильно. Типа, очень сильно. Поэтому ладно. Да, как он вообще эту песню юзает? Блин. Словения, Словения, понятно. Готов ждать всю жизнь, чтобы Словения не существовала. Осуждаю. Человек, что снимал Словению, у тебя один вопрос, зачем ты это сделал? Словения, я мало знаю, настолько плохих стран, живет всего 2 миллиона. Так нормально. Как микрорайон Москвы. Но мне нельзя, потому что ее спутаешь со Словакией. Еще она маленькая. Ладно, окей, допустим. Похито. Мне не нравится Иордания. А чё так? Там и королевство Иордания? Не, вроде даже пляжи есть. Ну ладно, может не все так плохо там, я не был. Есть пляж, тогда все ок, извините. Блин, ладно. Я думал, там будет немного другая страна, но ладно. О, сюда! Блядь. Лебеди, это за шо? Не, ну это да, ладно, это вообще трындец, окей. Да, капец, конечно. Ну да, не завидую им. Согласен, вообще кринж. Бля, Лебедева, я не знаю, вызовите эвакуаторщика с мусором. Да, я понял, это Лебедева, охренительная страна. Очень круто, хотя бы там жить, очень. А последняя какая место? Да я понял, охренительно. Вообще, я такого не видел еще. Я думаю, это место надо поименовать. Упаковка лент или грязь лент. Есть всего одна страна хуже. Это первое место. Худшая страна в мире. А ну! Ну! Я понял. Ну вот это вот Австрия. Вот это упадло. Вот гныда, да? Вот это Австрия. Нафиг, говно. Блин, капец, дресня это Австрия. Ну, паскуда. Параша какая, да? Ой, капец, крокодилы в Австрии. Ё-моё. Ну, это да, это ладно, могу согласиться. Так, о, ля, видос вышел.